Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 5 июня 2021 года, и я продолжаю наш любимый цикл об ожившей поэзии «Замолвите слово». В этом цикле я на произведения, которые заканчиваются, то есть нумерация заканчивается на пятерочку, буду делать учебные ролики вам буду показывать. Они нужны для того, чтобы, ну, простейшие вещи я вам подсказывал. Хотя я небольшой специалист в этом деле, но все-таки я могу помочь людям и создать канал, и войти на канал, и простые вещи показать для того, чтобы легче осваивался YouTube нашими соавторами. Итак, сегодня вы услышите, завтра будет день рождения Александра Сергеевича Пушкина, поэтому мы начнем с Пушкина. Александр Сергеевич Пушкин, «Месяц», замечательная композиция, новая совершенно. У нас уже произведений на Пушкина хватит на издание книги, и, наверное, в этом году мы издадим книгу «Александр Пушкин в ожившей поэзии». Следующее произведение будет «Маэстро», только что сочинил, слова, музыка, исполнение Самуила Фрумовича. Далее Верона Шумилова, прекрасный романс на стихи нашей королевы романсов, «Любви дано быть королевой». Вчера вечером я сочинил эту композицию. Далее «Девчонка лета» из старых наших соавторов, Люси Ефим Олина, замечательная поэтесса. Послушаем на ее стихи произведение «Девчонка лета». Далее Сергей Есенин, «Синий май». Далее «Летняя танго» Татьяны Бродской. На стихи Татьяны Бродской. Музыка исполнения везде Самуила Фрумовича. «Ах, васильки» на стихи Люси Ефимолиной. «Я слышу музыку в ночи», слова, музыка исполнения Самуила Фрумовича. «Здравствуй, лето» только что сочинил на стихи Владимира Гельма. И Верона Шумилова, «Творец и маг поэзии оживший». И закончим на стихи интересные очень поэтессы, у нее особенные какие-то стихи, называется композиция «Щебетальное соло», стихи поэтессы «Россияна». Но если успеем, еще «Серебряный вальс» на стихи Эльвиры Рейнке послушаем. Итак, да, теперь я хочу вам подсказать, в каком-то предыдущем, не помню, обзоре я показывал, как можно прослушать не все композиции, только те, которые вы желаете. Теперь перед каждым наименованием, если вы вот здесь нажмете, сейчас не буду далеко отвлекаться, вот еще нажмете, то вот здесь будет указано все произведения. И здесь, кстати, плохо. Я вам показывал, потом в другой раз еще покажу. То есть перед каждым произведением стоят 4 цифры, нажав на которые вы попадаете именно на этот ролик, именно на это произведение, которое написано далее здесь. Итак, не будем терять времени. Александр Пушкин, «Месяц». Нам надо минимум 10 произведений показать. Слушаем замечательное творение великого Пушкина. Выходит, а в нем
Следующая композиция, только-только написал, «Маэстро», слова, музыка, исполнение Самуила Фурмановича из цикла «Жившая поэзия». Со мной, всегда со мной.
приостанавливаем. Следующая композиция Верона Шумилова «Любви дано быть королевой». Вчера написал я замечательный романс. Замечательный поэтесс Верона Шумилова, композиция называется «Любви дано быть королевой». Музыка исполнения самого мощи, сын нашей поэзии. Я понимаю, мне туда нельзя, но что приказ, постройки будут преграды, и как понять, страха сильнее, чем я. Она спешит туда, куда ей надо, и как понять, страха сильнее, чем я. Она спешит туда, куда ей надо, и в каждой мысли выходит мысль сильнее. Растеряны глаза, а строчка рвется туда, где вы с мелодией своей, где с вашим сердцем маленькое бьется, туда, где вы с мелодией своей, где с вашим сердцем. Зачем приказ судьбой так суждено, любовь границ не знает жизни зрелой, любви дано повелевать, дано, любви дано всегда быть королевой. Я понимаю, мне туда нельзя, но что приказ, под строчки рвут преграды, и как понять, строка сильнее, чем я, она спешит туда, куда не надо, и как понять. Следующая композиция Сергей Есенин «Синий май». Музыкальная композиция «Экспромт. Любви дано быть королевой». Стихи Верона Шумиловой. Друзья, послушайте мою новую песню «Экспромт».
нас снова замечательные поэтессы Люси Ефимовной. Песня называется «Девчонка лето озорная». Простите, я ошибся. Музыка исполнения Самуила Хамовича, видео из интернета. Девчонка лето озорная спешит сюда, не чинок, за ней дорожка золотая, а рядом теплый ветерок, а лето в ярком сарафане, мечты, как маки, расцвели. Все было в розовом тумане, шалили майские дожди. Блистала, и горизонты в перламутра, пора чудесная настала, и лето догоняло утро, такое свежее, цветное, за летом след летит отважно, а лето с утром тихо спорят, но нам совсем не это важно. Приостановим, нам надо сокращать, к сожалению. Для того, чтобы полностью послушать, надо здесь набрать Фрумович и «Девчонка лето». Следующая композиция — Сергей Есенин, «Синий май». Ярко веселого мая, ничего.
голубая прохлада. Настоящий шедевр. Следующая композиция нашей ожившей поэзии — «Летняя танго любви», стихи Татьяны Бродской, музыка исполнения «Везде со мной». Друзья, вы слушаете «Летняя танго любви», музыка исполнения композиция «Я слышу не музыку в ночи нет». «Ах, васильки», Люси Ефим Олина. «Ах, васильки». Лето все-таки, давайте послушаем. Мойте видео из интернета. Yeah.
лето, снова лето и цветы. Но только вот цветы не полевые, и где же вы, заветные мечты? И времена те наши золотые. И снова лето, я в плену лугов, ах, васильки, врет сердце здесь в осморе, мы в лету до первых петухов, не понимая, что такое горе. Следующая композиция. «Я слышу музыку в ночи». Слова, музыка, исполнение Самуила Фроловича. Следующая композиция Верона Шумилова «Творец и маг. Поэзии ожившей». Thank you.
так надо мне старой жизни, поэтому сам завис на языках, твоя зима, поэзия жившая. Следующая композиция и последняя на сегодня — «Щебетальное соло», стихи поэтессы Россияна. Не проснулась еще высоколку ты кол, чтобы грязью сначала смывайся сладчайший, и с лесом земляничный, смывайся сладчайший, и с лесом земляничный. Вот и чайник уже наливая привычно, зажигая плиту, я окно открываю. Огонек, да ты мой мистер.
Я должен закончить, ибо время наше исчерпано. Этот обзор. Спасибо вам за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Всего вам доброго. До новых встреч.